вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте. Вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». Сегодня у нас посылка от Валерия Ивановича. Всем давно известного. Валерий Иванович писал, что здесь что-то по электрике для гаража. Но остается только догадываться. Будем смотреть. Взял хорошую коробку, испортил. Ну, уплотнял. Что-то он тут науплотнял. Сумочка с шоколадками. Еще сумочка. Катушку можно запихать. Это не знаю, под что сумочка. О, нифига себе. Разматывается. Понял? Да. Так, это у нас что такое? Еще сумочка. Ну, тут что-то какая-то сеточка. Подсак. Не знаю. Может, подсак, а может и нет. Ну, какая-то сеточка. Это не подсак, это садок. Садок. Ну-ка. Что, ну-ка, садок? Какой это садок? Залазь в садок. Упакуем потом. Шнур. Пригодится точно. Вот он, электрику имел в виду. Розетки, выключатели, переходники. И еще шнур. О, потолще, смотри на этот, на кляч. Угу. Тебе на бережной. Вилки, выключатели. О, провод, как раз нигде нет. Точно. Флакончики, розетки. А? На гараж. Ну, это не на гараж. Целая куча крышек. Для автоклавы. Для автоклавы. Это чтоб ты ночью не спал и автоклавил. Да. Еще что-то для электричества. Скоба. А, это чтоб этот... Кабель прокладывать. Еще крышечки. Умлента, изолента. Вставки электрические под проводку. Еще кляч. Еще кляч.
Угу. Пал плетеный. Угу. Котик вывалился. Откуда-то. Валерий Иванович, резетками можно весь гараж затыкать. Вот это вообще в тему, да? Угу. Хороший провод. И еще. Ну-ка, что за сечение там у него где? Вот. Подсвет. Угу. Ну и на этом все. Спасибо огромное, Валерий Иванович. Все это пригодится. Ну и как всегда, с вами был канал «Это не диалоги рыбалки». И огромное спасибо Валерию Ивановичу. Большого вам и крепкого здоровья.